Привет, друзья! Снова я, дизайнер собственной счастливой и несчастливой жизни Милозрея Иванова. Нахожусь в центре галерея, в центре Минска, на выставке, посвященной Великой Отечественной войне. Вот, задержалась картины, где немцы расстреляли узников концлагеря в городе Борисов, когда отступали. Вот так. Я думаю, что, наверное, полезно вот такие выставки, потому что мы зачастую просто-напросто забываем, насколько счастливое время и мирное мы живем. И не ценим то, что имеем, какие сейчас возможности, шансы и какое-то счастье вообще жить мирное время без войны. Как-то так и грустно. И весело. Поэтому пусть будет мир внутри и снаружи. На этом все. Пока-пока.